с историком, с математиком. Встречусь, контрольную решу, а потом с тобой пойдем. Эти дети не понаслышке знают о работе в кадре и за кадром. Уже второе лето они проводят на съемочной площадке с операторами и режиссерами Тобольского времени. Это звездный совместный проект с Академией интеллектуального развития «Клеверленд». Накануне нового сезона ребята собрались вспомнить яркие моменты, построить планы и поздравить любимую «Альма-Матер» с днем рождения. С днем рождения! Из небольшого центра за 6 лет «Клевер» вырос в академию и решил увеличивать масштабы. Сейчас дети занимаются по 16 направлениям личностного развития, проводят вместе лето и реализуют крутые проекты. В прошлом году более сотни детей стали участниками юмористического журнала «Тоболяш», премьера которого прошла на главном киноэкране города. Благодаря лагерю я попробовала себя в роли актрисы, узнала, что такое съемка. Теперь хочу стать звездой. Лагерь идет 2 недели, и это 2 недели вообще самые насыщенные летние каникулы. Один день вы там, например, ходите в кубики, в другой уходите куда-то на мастер-класс, но больше всего мне понравились съемки Яроваша. Вот это вот сплочение коллектива, когда вот один делает не то, и все заново снимать, и все старались, чтобы все быстро это, скажем, брать себя в руки и снимать, ну, и отсняться хорошо. Но больше всего мне нравилось, когда нам оператор покупал мороженое. Получив в лагере первый опыт участия в съемках, некоторым посчастливилось попасть и в большое кино. Я хочу снова прийти в лагерь, потому что тут очень интересно. Мы снимаем много разных сериалов. И я снималась в настоящем кино из-за актерского мастерства. В этом году телелагерь стартует с наступлением летних каникул. Концепция уже легла на бумагу. Академия «Клеверленд» объявляет открытый кастинг на роль главных ведущих проекта. В этом году мы впервые будем проводить открытый кастинг на главные роли ведущих в детской телепередаче. Подробную информацию о кастинге можно будет узнать у нас в «Клевере». Приглашаем всех желающих в возрасте от 8 до 14 лет. В этом году ожидается 4 смены продолжительностью в 2 недели. За это время юные начинающие телевизионщики вместе с профессионалами телеканала «Тобольское время» подготовят новые увлекательно-развлекательные детские программы. Кто у нас этим летом хочет в лагерь опять вернуться? Я! Юлия Савиных, Рустам Рузиев, «Тобольское время».